каждый год привозим 1-2 самых больших велосипеда. Это формат 1422 в самой большой ростовке. Называется ростовка 2XL. 29-е колеса, втулки на промподшипниках. Все замечательно. Здесь даже рулевая на промах, представляете? Я посмотрел, снизу там разрезное кольцо идет и втулки на промах. Вилка воздушная, но производство Zoom. Соответственно, сколько она прослужит, неизвестно. И, соответственно, есть еще проблемка с тем, что здесь надо ее сразу же, наверное, разбирать. И, возможно, добавлять масло. Так что нулевое ТО никто не отменял. Вилка номерная. Велосипед, сборка 21-22 год. Каретка здесь на внешних подшипниках, на промах. Но шатуны не разборные звезды. Они тут здесь приклепаны. С тем называется правил рейд. Соответственно, когда звезды передние сточатся, придется менять целиком всю систему. Она на пустотелой оси, то есть денег она стоит немерено. В этих годах у нас идет диорчик сзади. Вот такая огромная сковородочка. Кто производитель, я не вижу, но это точно не Шимана, это какой-то Китай, скорее всего. Тормоза Текра, задний втулк тоже на промах, барабан на шарах. И самое здесь неприятное, это монетки Microshift 2x9. Щелкают они немножечко пластмассово. А так вот очень большой велосипед, самой большой ростовки, что в принципе можно найти в продаже. Что по сборке этого велосипеда нужно отметить? Значит, первое, снимаем колеса, проверяем втулочки, как они затянуты, что втулочки крутятся хорошо. Иногда бывает, что чуть-чуть перетянуты, надо ослабить. Накачиваем колеса и сразу же обезжириваем тормозные диски, чтобы масляные диски не засалили вам тормозные колодки с самого начала. Если необходимо, то подрезаем и перекидываем рубашки и тросики, чтобы они вот таким вот образом шли вокруг рамы и не терлись об нее. Ну и дальше просто обычная настройка, то есть протяжка рулевой, выставляем руль как правильно, выставляем ручки тормозные, чтобы удобно было, переключатели, чтобы удобно было, и настраиваем тормоза и переключатели, соответственно. И вот по желанию клиента, если это необходимо, то нужно делать нулевой ТО вилки, то есть полностью ее разбирать, обслуживать, доливать масло, если это надо, убирать стружку, а то бывает с завода три вилки стружка какая-то идет. Ну и протягиваются педали, протягиваются, проверяются шатуны, как они затянуты. То есть вообще делается все, кроме протяжки спиц. Спицы желательно протягивать где-то, ну, спустя 2-3 недели после начала катания. То есть вы катаетесь, спицы дают определенную усадку, и после этого можно протянуть спицы на колесах. А дальше клиент уже самостоятельно регулирует руль, как ему удобно. Наклон руля, ручки может подвигать, и седло тоже вперед-назад, и наклон его тоже регулируется. Велосипед очень хороший, у меня есть примеры велосипеда, вот, который уже ездит 2-3 года, и все хорошо, вообще ничего не сломалось. Втулки крутятся, рубашки-тросики, ничего не закисло. Но человек едет, в принципе, в нормальную погоду. То есть в грязь, в дождь он не суется. И вот обратите внимание, как в целом выглядит нормально велосипед на 29-х колесах, когда он в большой ростовке. В ростовке XXL или где-то 23-24 рама. То есть это под рост около 2 метров подходит такой велосипед.